Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Grove Tower. Так, и что у нас по деньгам? 141 тысяча, откуда у меня столько денег, ребята? Дай-ка я зайду в нашу деревушку и посмотрим, что у меня тут вообще происходит. Так, третий уровень у нас тент, да, добывающий. Я могу его... Вау! Конечно, конечно. И улучшаем на четвертый уровень. 20 минут придется нам подождать. А здесь? И здесь даже могу. Так, это у нас хранилище. Все, наверное, поняли это. Так, а вот здесь уже нужно 100 тысяч монет, 100 древесины и 10 руды. Точнее, не 10, а 100. Ладно, пускай эти ребята у меня тут копошатся. Смотрите, довольно быстро они тут у меня все делают. Ну, а мы с вами пока перейдем на ворота. И, наверное, так, денег пока у нас хватает. Давай-ка мы улучшим нашего паладина. Я думаю, это будет оптимально. Так, хорошо, ребята, 62 уровень у нашего паладина. И больше я пока ничего не могу. Вот, лучников еще на один уровень. Ну что же, 22-я волна, давайте смотреть. Ядрить тебе на корень. Так, бомбим. Так, тапаем, ребят, тапаем. Ёлки-палки. Не надо, пожалуйста, не надо. Уничтожили, ты прикинь? Они мне просто расфигачили замок. Говорит, главное, повысь уровень стены. Я бы с удовольствием повысил бы. Так, а что у нас тут? Гемы. Давай-ка посмотрим, ребята, что у нас получается по гемам. Так, этот мы скрещиваем. И все. И все, ребята, больше ничего не могу здесь. Нет, могу. Так, сделаем, давай вот так. Сюда, вот, четвертого уровня. Так, это 4% к ХП воротам. А это у нас 9% к урону всех башен. Давай, наверное, мы поставим вот так вот. А могу ли я? Могу, ребята. И я улучшу немножечко себе. Ну что, попробуем, хотя я сомневаюсь, что мы сейчас с вами сможем одолеть, опять же, этих олухов. Ну, да нифига, ребята, они просто идут как к себе домой. Или все-таки получится? Расстреливаем, ну, есть. Фу, слушай, ну это было на пределе, ребят, на самом деле. 27 здоровья осталось у моей башни. Не понял, это что такое? Я что-то не врубился. Мы проиграли или это вторая волна у нас такая идет? Ребята, да, это следующая волна. Ёлки-палки, по-моему, тут хана мне, да? Да, здесь мы не потянули. Подожди-ка, я же вроде бы не нажимал на 23-ю волну сразу же. Странненько, конечно. Так, ну что, ребята, нам, по-моему, пора получить футмана. Но нужно построить барак. Давай посмотрим, ребята, что нам нужно для того, чтобы поставить барак. 30 дерева, да, и 30 железа. А я могу как-то ускорить там за просмотр рекламки или еще что-нибудь в этом роде? Нет? Нельзя? Жаль. Жаль, ребята, что я могу еще сказать? И нового я тоже ничего. Я могу поставить еще себе, наверное, тент один, да? Для добытчиков, но мне кажется, от этого ничего не изменится. Ведь не из... Нет, не изменится. Скорее всего, не могу, ребята. Должно быть всего по одному. Так, давайте посмотрим, могу ли я себе улучшить лучников. Так, они у нас вот здесь вот, да? А, барак же нам нужен, точно, ребята. Барак нужен. Тогда давайте, наверное, укреп... Во, кстати, посмотрим две рекламы, и мы с вами улучшим ворота. Может быть, тогда мы сможем как-то с вами пройти далее. Так, ну что, ребята, экипируем. Во, вот это уже другой разговор. Погоди-ка, я могу, например, еще улучшить? Ну-ка. Что, почему нельзя в данный момент нажать? Погоди-ка секунду. Так, ну это понятно, это ворота. Блин, не могу, ребята, почему-то. Не знаю по какой причине, но мне этого не дают такой возможности. Так, давайте тогда мы с вами гемы соединим. 3, а нам нужно 4, да? Хотя вот так вот мы с вами сделаем. И, воу, 5 уровня у нас гемчик появляется. Так, здесь совсем чуть-чуть нам не хватает, чтобы сделать тоже 5-й. Ладушки, деньги. У меня 34 тысячи. А что вот это такое? А, вы получаете 30 дерева и 30 железа, если посмотрим рекламу. 2. Блин, а без этого никак нельзя. Ребят, кстати, я накопил себе нужное количество. Давайте-ка мы с вами поставим барак. Надеюсь, он быстро будет. 30 минут. И никак это дело не ускорить. Вот это меня раздражает, если честно. Хорошо, в общем, ворота мы с вами улучшили. Давайте попробуем все-таки справиться с 23-й волной. 23-я волна, ребята. Как обычно, все эти олухи на подходе. Бомбим. Оглушаем их.
Ну их тут слишком, по-моему, много, ребята, слишком много. Даже нечего. Вот эти вот лучники просто разбомбили. Слушай, мне кажется, что одним паладином я здесь не смогу. Так, что там? Что написали? Открылся магазин на 6 уровне, а у меня какой уровень? Я даже не вижу, какой у меня уровень. Как они это все определяют? Давай-ка сюда зайдем и посмотрим, ребята. Так, здесь 11 минут, здесь полторы минутки подождать осталось. Ладно, в принципе. Ну, главное, что мои работяжки. О, видите, добывает потихонечку, это круто. Но мне, конечно, хотелось бы улучшить как-то барак. Давайте, наверное, вот так вот. Не барак, точнее, а наши стены и лучников. Так, и мы получили немножечко гемов, да? Вот. Смотрите, ребята. Идем, как говорится, с вами в гору. Это у нас дамаг, короче, от электрической башни и от шторм башни. А башню же, я помните, мог как-то поменять. Мог же поменять ее как-то. Каким образом? Слушай, у нас таких камней пока нету, поэтому... Ремодел. Это на атаку противников, это на дальность атаки. А когда мы с вами сможем их получать? И за что? Интересно мне знать. Билд Тауэр. А если мы, например, вот это вот. Тут нужно смотреть. 500, ё-моё, 500 камней, ну, железа и 500 древесины. Плюс еще нужно 5 камней, вот таких вот 5 рубинов 5 уровня. Да вы издеваетесь, что ли, надо мной? А если я, например, вот сюда вот поставлю, попробую, ребят, поставить новую башню. Нет, нельзя? Только вот это можно или как? Сейчас посмотрим. Например, я беру вот электрическую, да, предположим. Ага, беру, 50 нужно. Ладно, подождем маленечко, мои работяги должны, в принципе, сейчас нам это дело добыть. Так, 16 секунд осталось, у нас расширится наш магазин, наш склад, точнее, что я все время путаю, а? Магазин, склад. Так, 8 секундочек, ребята, так. Ну, давайте, добывайте, пожалуйста, родные мои дровосеки. Эти, как их, копатели и шахтеры. Так, отлично, здесь уже одно есть, ребята. Так, ну что же, как мы видим, для того, чтобы улучшить на 4 уровень, нам нужно всего лишь 10 тысяч монет. И тогда мы еще улучшим с вами склад. Давайте еще одну партию, и мы с вами, наверное, попробуем поставить еще одну башню к нам в помощь. Мне это нужно очень сильно, ребят. Потому что, ну, без сторожевой башни, ну, как-то вот серьезно кисло. Тем более у нас только в данный момент одна башня работает, которая бомбит ядрами. Так, ну, ну что вы там долго-то копошитесь? Там осталась-то всего лишь одна древесина, господи. Дровосеки, вы чё? Кстати, может быть... А, тут максимальное количество. То есть вот сейчас он получит у нас 4 уровень, да, и я, наверное, еще дальше могу продолжать себе добывать работяг. Вот, ребята, одна древесинка есть. Переходим сюда и пробуем, ребят, поставить вот сюда вот. Какую вот только, я не знаю. Это у нас ветряная башня, да? Это у нас веном. Какая-то, я не знаю, проклятие делает. А, можно смотреть, ребята, по дамагу, смотрите. Кстати, вот эта вот башня вообще 170 дамага наносит. Давай я ее... Что я сейчас сделал? Что я сейчас, спрашиваю, сделал? Ставить-то я могу сюда? Погоди-ка, меня такой расклад не устраивает. Ты можешь вот сюда вот ее поставить? Или нет? Может, ребята, да надо вот так, наверное, сделать. Что? Не понял, что он сейчас написал? То есть я не могу... А, вот, елки-палки, пока разберешься, ребята. Но, тем не менее, у нас есть с вами еще одна вышка. А теперь давайте посмотрим, как это все будет работать вкупе. Так, вызываем. Ну, они прорываются, ребята, они прорываются. Ну, давай еще один удар, ребята, сделаем. Так, с этими разобрались, остаются лучники. И мы с ними довольно легко справляемся. Ну вот, вот, ребята. Ах, а почему, блин, зачем мне автобаттл стоит? Ё-моё, я думаю, почему, ребята, у нас так все происходит? Да потому что на автоматическом все режиме. Башня, трави, пожалуйста, давай оглушать их. Есть, заколбасили, нет, не заколбасили еще. Господи, ну там осталось-то всего лишь лучничков подбить. Фух, ребят, отлично. Довольно неплохо, 47 тысяч голды мы с вами получили. И думаю, что, погоди-ка, что у нас тут показывают? Таланты, ага, мы заработали 1 очко. Вот я теперь сижу и думаю, что нам лучше прокачать. Против летающих юнитов, да, это нам не нужно. Может быть, ага, тут метеоритная башня и огненная башня. Давай тогда, наверное, все-таки мы с вами опыт
прокачаем. Отлично. 3 из 5. Так, ну я бы, конечно, хотел бы вот этих вот футманов прокачать. Но, ребята, пока у меня их в данный момент нету. Поэтому смысл пока заморачиваться тоже не вижу. Так, что у нас в деревушке творится? В деревушке осталось 6 минут, и мы с вами сможем дальше нанимать работяг. Да? Так, а здесь нужно 100 тысяч. 100 древесины и 100 железа. То есть пока, опять же, ничего не светит, ребята. Башню я могу себе прокачать? Могу. Так. Ну, это экипировано. Нет, не экипировано. Или... Да, все нормально. Так, ребята, мы можем с вами вот. 3 рекламы теперь надо глянуть. Так, ну что, экипируем, да, вот это вот. Отлично. Кстати, можно вот это глянуть. Слушай, ребят, давайте докуда сможем, до туда будем смотреть. Ну что, дорогие друзья, я насмотрелся рекламы до усрачки, на самом деле. И теперь я открываю себе вот эти ворота. 70% к жизням и шанс автоманы. Ох, ё-моё, нифига, ребята. Вот это ворота, вот это я понимаю. Так, что у нас тут? Смотрите, в деревне что-то у нас готово. Ну-ка, да, ребята, я могу нанимать еще работяг, отлично. Так, ну что, самое основное, это у нас, конечно же, железо и древесина. Поэтому пускай они добывают. 40 тысяч мы когда получим, я смогу еще нанять себе копателей монет. Тут у нас по-прежнему 15 минут ждать приходится. Ну что, а теперь, я думаю, пора, наверное, нам с вами... Так, давай-ка я, наверное, улучшу вот эту вот башню себе. Пока есть такая возможность. Так, смотри, 31 уровень. Ну что, ребят, давайте посмотрим, как мы будем справляться с волной. Ё-моё, уже какие-то ледяные, ребята, големы на нас прут. На-ка себя и враги, сколько врагов тут, ребята. Воу-воу-воу-воу-воу. Нет, 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 нет. Ребята, а это что за волох? Я только сейчас его увидел. Там, ты видел, кто там был? Там был какой-то мелкий гоблин, который бросался ко мне. Здравствуйте, приплыли. То есть, получается, мне никак сейчас не пройти, да? Несмотря на то, что я прокачал. Мне сказали, парень, ты еще слабак. Тогда что мы можем здесь сделать? Улучшить. Единственное, вот что мне не хватает, это, ребята, конечно же, наших футменов, которые будут здесь бегать. Вот в этом вся соль. Так, денег маловато, да? Денег вообще. Я раньше думал, зачем нам нафиг деньги нужны? Нужны, ребята, деньги нам. Очень сильно нужны. Потому что за счет денег мы все с вами здесь апаем и апгрейживаем. Так. Вот что-нибудь, что у нас вот делает? Вот он, вот это, ребята, босс. Я так понимаю, это какой-то боссик, мини-боссик. Я не знаю, как его назвать. И самое главное, что вот эти вот ханорики, которые сзади стоят, да, лучники, они мне не дают никакого шанса. Мы можем, конечно, с вами зарабатывать за просмотр рекламы денег. Но я думаю, что пока обойдемся и без этого. Что тут у нас? Так, скрещиваем. Я не знаю, что лучше, укреплять нам ворота или же все-таки лучников апать. Давай, наверное, лучников будем апать. Они, ну, смотрите, вот здесь тоже кого-то ведь можно поставить, я так понимаю. То есть вот тут вот есть места, где должны быть юниты, видимо, определенные. Можно, конечно, нам попробовать построить, например, еще одну. Вот заморозка, например, да? Сколько нужно? Нужно 50 древесины. Хорошо, давайте пока попробуем с вами волну эту отбить. Видите, лучнички как-то, ну... Бомбят, но не так, как хотелось бы, ребят. Поехали. Будем станить их. Не хватает у нас урона. Дамага, точнее. Не могу, не могу хоть и тресни, ребят, пробить я этого ханорика. Они даже его не трогают. Они стреляют по этим големам. А големы, соответственно, ребята, очень много имеют здоровья. И поэтому, пока мы их бомбим, наш замок разбивают. Так, скрещиваем. Тут и уже все, ребят, уже в глазах троица, четыре. Думал, что это одинаковые цвета, ага. Скажешь, что это дальтоник, ё-моё. Так, и жду я, просто, ребята, жду, когда мне все-таки построится барак. Когда барак, наверное, сделается, сразу же игра преобразится новыми красками. А что вот такое здесь? Так, уровень второй. А для этого нужно 100 тысяч, 100 древесины и 100 железа. Только в том случае мы с вами сможем... призвать такой вот колодец манны. Потом гильдия героев. Кстати, вот, наверное, гильдия героев и говорит за полководца, вот за этого, за нашего паладина. Слушай, а паладин, ты у меня случайно не устарел? Да нет. Смотрите, ребята, вот в гильдии героев, да, видите, будет у нас стрелок, потом варвар, монах, лучник и ледяной маг. Вот их 5 героев здесь должно быть.
Вот тогда мы с вами развеселимся. А в данный момент, ну что, ну это ничего, ребят, у нас не выходит. Поехали, 25-я волна, с которой мы до сих пор с вами не можем никак совладать. Просто не можем, ребят, с ними никак справиться. Ты посмотри, бомбически просто, ребята. Это несмотря на то, что я себе вот такие вот ворота сделал, да? И все равно им пофиг. Это сложно. Ну, хорошо, что здесь за проигрыш тоже все-таки тебе дают, ребята, денег. Лучников. Давайте мы, наверное, сможем ли... Да, ребята, мне хватает. Давайте попробуем поставить вот заморозку. Так, сюда не хватает, понятно. Значит, я могу, наверное, ее поставить вот сюда. Ведь могу же? Должен, ребята, поставить ее. Все, установил. Отлично. Три башни у нас уже стоит. Поехали, 25-я волна, ребят. Ага, все, видите что, ребята, она замораживает. Ну, как бы замораживает, она их замедляет. И это уже хороший плюс. Вон они, такие синенькие. Давай, еще одну. Оп, оглушили. Ну, давай, герой, бомби этого тролля. И теперь лучники. Есть, по-моему, ребята. Фу, господи, 77 здоровья всего лишь оставалось у ворот. Но мы с вами одолели, ребятули, одолели. И нам дали два ящика. Кстати, а где у нас ящики-то? А вот они открываются. Так, что нам здесь выпадет? Давай посмотрим. Так, меч. По-моему, у нас такой уже был меч, да? А здесь что выпадет нам? Ботинки. Ага, ботинки. Ну-ка, давай проверим. Где ботиночки? Так, это у нас гемы. Ладно, гемы пока сейчас объединим, если какие-то тут можно. Все, да? Хорошо. Магазин. А, еще три слота можно, да, открыть себе дополнительных. Так, что у нас в данный момент экипировано? Ага, вот, смотрите, ребята, если мы с вами разбиваем шмотки, мы получаем 25 вот таких камней. Ведь верно, я правильно понимаю? Так, идентификацию сделаем с вами. Ага. Все. Так, подожди, а как нам именно устанавливать шмотки-то? Это мы в данный момент просто как бы смотрим. Подожди, я уже забыла, как... Где мой герой? Вот мой герой, да, предположим. Где шмотки-то устанавливать? Господи, я не могу понять. Совсем все позабыл. Так. Ага. Ну, это понятно, тут все у нас стоит. Таланты. По талантам пока ничего. Ранг, все это понятно. Подожди, ну ведь где-то же можно же устанавливать шмотки-то, господи. Промоут. Не знаю, ребята, это пока еще закрыта у нас возможность. Так, ну вот вещи. Сортировать. Давай, наверное, с тобой, знаешь, что сделаем? Вот этот вот кортик уничтожим. Что? У тебя не хватает монет? А, вот это нужно, наверное, 25 камней, чтобы уничтожить. Ёпарсы ты. Вот так вот, скорее всего, работает. А не то, что мы получим. Я тут губы-то раскатал, а? Уже обрадовался. Да, ребята, вот так вот. Не все так простенько. Так, ну что у нас там, ребята? Сколько осталось? 8 минут. 8 минут. Денег по-прежнему не хватает. Этого тоже не хватает. И до сих пор я не могу понять, как шмотки. В тот же раз мы с вами устанавливали. Вы помните, да? Мы с вами просто брали и экипировали. Потому что у нас... Ну вот, смотрите, все по звездочкам. Идентификацию мы с вами делали. Магазин, сумки. Магазин, сумки. Кстати, сотая волна, когда, ребята, будет пройдена, у нас откроется какое-то, видимо, подземелье новенькое. Это будет прикольно. Как мне, например, тебя одежда одеть? Надо будет посмотреть прошлый видосик. Ёк. Жесть, все, конечно, понимаю, но... Как нам улучшить? До сих пор не врублюсь. Давайте-ка мы, наверное, с вами улучшим ледяную пушку. Где-нибудь до уровня 40-го, да? Кстати, дамаг у нее не очень сильный. Но, в принципе, ребят, для заморозки это нормально. Ее цель замораживать все-таки противника, а не бомбить его. Так, 26-я волна, погнали. 26-я волна, опять, ребят, эти всякие големы, упыри, вурдалаки прут у нас. Что вы там, ханорики, делаете? Ну, тут, по крайней мере, хотя бы нету босса. Да, здесь вот такие вот олухи, нормуль.
И с лучничками мы с вами разобрались. Шикарно. Так, 26 тысяч плюс 2 древесины и 2 металла мы получили. Так, ладно. А на почте есть что-нибудь хорошее, как думаете, ребят? Ё-моё. Конечно, забираю все это. Как-то я так... Ох ты, ребята, денег у меня много. Срочно, срочно мы идем сюда и улучшим. Нет, не улучшаем. Обрадовался. Так, бараки, вот это все понятно. С бараками все ясно. 100, короче, железа и 100 древесины мы с вами ждем для того, чтобы на второй уровень поднять нашу... наш замок. Так, ну что, как думаете, потянем мы сейчас, если 27-я волна на нас побежит? Так, пока отлично все, ребята, пока все превосходненько. Вот они подходят, давайте их вкучнее. И вот так вот. Зря я, наверное, так сделал, да? Зря я так сделал, екрн-бабай. Нет, не успел, не хватило мне совсем капельку, ребята. Слушай, а может быть нам поставить еще одну, а? У нас же, смотрите, ребята, просто бомбическая пушка, да? Ледяная пушка, так, веном пушка. И давай мы, наверное, еще все-таки какую-нибудь одну откроем. Так, например, вот у нас нету огненной. Нет, лучше ветряную, давай по... А, понятно, не хватает ресурсов. Ладно, хорошо, тогда давай, наверное, что сделаем? Прокачаем. Давай прокачаем чуть-чуть. Так, вот это вот хорошо наносит дамаг. Но, ребят, я, честно говоря, не видел, чтобы она дамажила. То есть, как бы я и не вижу самого дамага, который от нее исходит. Так, давай своего паладинчика, наверное, прокачаем. Вау, скоро будет 100-й уровень у него. Но он и по деньгам будет слишком дорогой мне. Так, и хотел же я, кстати, да, я совсем забыл, что мне нужен, ребята, 12 тысяч. Ладно, после следующего боя я куплю еще одного, ребят, себе копателя денег. Так, что у нас тут по гемам? Давай посмотрим. Так, троечка, да? Это мало. Это мало. И все пока. Пока все, ребята, здесь. Так, а здесь паладинчик. Что же... Он просто бомбит, ребята. У него дамаг 431 урона, да? Скорость 0,8 секунд. Ближник он, естественно. Граунд... Три цели бомбит сразу же, да? За удар, получается, так у него. Хорошо, давай вот здесь еще улучшим. Ну что, ребят, попробуем справиться с этой волной. Конечно, если бы здесь было бы у меня и здесь, да? Предположим, ребята, еще одна турель. И вот здесь. То, я думаю, шансы бы у них тут, конечно, бы намного меньше было бы нас пройти. Слушай, а вот сейчас есть довольно неплохой шанс. Ух, четенько. Нормуль, 27 тысяч мы с вами получили. Я, естественно, сразу иду в деревню. Нам нужен, ребята, копатель денег. Так, он вот здесь у нас нанимается. Максимальное количество. Чтобы повысить следующий уровень, да, до 5-го, нам нужно 40 тысяч. Это, в принципе, ребят, для нас несложно. И, кстати, 4 минутки всего лишь осталось подождать для барака. Фух, так, гемы у нас тут понавыпадали. Давайте, наверное, что-нибудь скрещивать. Раз, и все, да? Нет. Вот так. И теперь, по-моему, все, ребята. Самое, конечно, обидное, мне непонятно, как нам выставлять вот эти шмотки. Не могу и все. Хоть тут тресни. Они все у нас по звездам. То есть все практически шмотки со звездочками. Так, ладно. Не будем переживать. Все равно рано или поздно все это допетрим. Ну что, 28-я волна, вы готовы, ребята? А? Готовы тряхнуть столицу? Кстати, у нас во, секунду. Секунду, ребята, секунду. Где у нас шмотки? Дай-ка я проверю. Вот, например, вот это вот. Да. Ой. Ой. Ёлки-палки, ребята, это прокачка, оказывается, идет. Ё-просоты. А я-то думал, что идет разборка. Вот это я лопухнулся. А что у нас по рангу, ребят? Ранг-нейм. Я на каком месте? Я вообще... Мой ранг покажи, пожалуйста. Я там фиг знает на 28-й волне завис. Угу. То есть еще не самый плохой, получается, именно из этой категории. Ладно, ребят, 28-я волна у нас. Так, давай, копи. Бомбим. Так, пушки. Ну, давай. И... Господи, совсем чуть-чуть не хватит, или хватит? Успеем или нет? Не успели. Не успели. Господи, там совсем оставалось чуть-чуть их. Совсем чуть-чуть бомбануть, и все было бы у нас в ажуре.
Так, во, ребят, мне дают построить следующую башню. Давай попробуем вот эту вот. Так, отлично, я ее выставляю. Вот сюда поставим. Ветреная башня. Ну и еще, конечно же, нужно ее прокачать. Обязательно, ребят. Давай, 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 прокачиваем. Все, это максималка пока в данный момент по деньгам у меня. Ну что, попробуем сейчас, 28-я волна. Смотрим, а, смотри-ка. Она неплохо, ребят, действует. Она отталкивает противников назад. Ты понял? Слушай, это имбово. Это имбовенько, ребята, смотрите. Ну-ка, получите, гаденыши. Ух. Шикарно, вот это мне нравится, ребята. Вот эта вещь. Просто отталкивает врагов назад. Вот сюда, вот к началу. И все, и они там опять что-то кувыркаются. Хм. Так, что у нас тут? Ворота, таланты. По талантам, а, ребята, вот сейчас мы получим 8-й уровень, да, и у нас получится одно очко, которое мы с вами сможем потратить. А пока давай, наверное, хотел сказать, боуманов прокачаем себе. Лучников, угу, прокачали. Аж 33 раза, ну что же. Ох, ёкалымэны. Так, ребята, идут архаровцы. Что-то давно боссов не было, вы заметили? Давно не было боссов. Так, они все в кучу. Станем и расстреливаем. Ну, давай, 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 дорогие мои друзья. Есть. Слушай, ну тут было изи. Вот сейчас было вообще шикарно. Откройте магазин 6 уровня. Во, ребят, таланты. Фух. Что? Давай, наверное, мы с вами... Кстати, у нас нету огненной, или вот она огненная, да? Давай, наверное, улучшим. В башнях сила, как говорится. И посмотрим, что у нас опять же в гемах. Так, скрещиваем все, что у нас тут есть. Все, что у нас доступно. Подожди секунду. Так, черненькие, да? Скрестили. И все, пока больше ничего нету. Тут третий, тут четвертый. Да, ребят, пока больше ничего не могу сделать. Ну что там у нас в этой, в деревне-то творится там? Во, ребят, последние секунды. Ну, дайте мне, пожалуйста, новых юнитов. Пожалуйста. Я уже запарился одним паладином играть. И... Та-дынь, ребята, барак. Вау, вау. Бомберы какие-то тут есть. Ой. Я хотел просто посмотреть, ребят, на самом деле. Ну, я каких-то... А, футманы, так вот они и есть. Эти самые копейщики. Я одинокий, плешивый воин. Так, где бы мне тебя, парень, прапать-то? Я ведь знаю, что где-то должен прапываться у нас. А где? Тут у нас только герои, я смотрю, да? Так, ДФ... вот он, да? По идее. Так. Ну, ребят, нужно перевести его не в новичков, я думаю, а чтобы он был железноголовый футмен. Ну что, дорогие друзья, вот до сюда я в данный момент смог прапать. Я уже просто устал смотреть рекламу. Ты представляешь, еще здесь 10 реклам и здесь 11. Поэтому давай экипируем. Вот так у нас будет все это дело выглядеть. Замечательно. Ребята, и пока я там смотрел рекламы, я... увидел, как мы можем с вами расставлять шмотки. Это же надо было вот так вот. Я, честно говоря, даже и не подумал бы. Вот наши вещи, ребята, вот. Вот они, я-то думал, что это наш инвентарь. Вот это те вещи, которые в данный момент у нас одеты. Господи, же надо было такая лопухнуться. Короче, ребята, что у нас тут по ботинкам? 9 хп к здоровью, да? К здоровью, я имею в виду, ворот. Так, что у нас тут колечко? Колечко ерунда какая-то, да, на самом деле? Перчатки. Минус 0,09 секунд атак по миньонам. Я не знаю, стоит ли, нет. Но вот это вот разобрать... Подожди-ка. Давай мы, наверное, с вами вот это вот усилим. Ага, отлично. И у нас два вида оружия, ребята. Поэтому можно и то, и то. Так. Я вижу, что плюсуется вот, да? Плюсик стоит, ребята. Но это к чему? Это плюс к дамагу или к уровню? Вот для меня вот это пока непонятно, если честно, ребят. Что мы сейчас в данный момент с вами делаем? Плюс 4, лонгсворд, ну. Ладно, фиг с ним, давай вот так вот оставим. Больше не будем ничего мудрить. Нам еще, может быть, камни эти пригодятся. Так, ну что. Как мы видим, у меня, ребята, футмен. Да, это вот такой вот маленький мечник. Ну, он почему-то один. Давай проверим, как это все у нас будет. Хотя, подожди, ребята, у нас башню я могу себе еще построить одну, а? Или нет? Могу. И нам нужно, скорее всего, вот это вот, ребята, электрическая башня пускай будет. Теперь мне интересно, а в чем разница? Вот это у нас электрическая башня, да? А это шторм башня.
Слушай, так получается, что... Ага. Да, вот это уже интересно, ребята. Тут разные виды башен оказываются. Так, это замедляет противников. Та замораживает, а это замедляет. А огненная тогда что делает? Так, атакует тяжелыми какими-то валунами, что ли, или что-то типа того. Не знаю, ребята. А тут у нас... А вот это почему-то не открыто. А, это в дальнейшем обновлении написано будет вот здесь вот. Ну ладно, хорошо. Я вначале, ребят, прокачаю вот эти вот башни, да. А уже потом будем смотреть, что там дают следующие. Но в данный момент я построю себе... Какой у нас нету? Электрической. Давай посмотрим вот это вот, да? Ага, посмотрели. Здесь могу поставить. Тихо, что я сделал сейчас? Ничего? Я же думал, что убрал ее. Нет, ребят, давайте ее вот сюда вот установим. Вот она. Так, подожди, что ты делаешь? Я говорю, поставить мне ее вот сюда. Отлично, ребята. Ну что же, теперь давайте посмотрим, как у нас работает в паре вот этот тут маленький мечник с моим паладином. Третья волна. Тридцатая, точнее, какая третья? Ух ты, он малыш, но малыш-то еще такой. Смотрите, ребят, дает там фокусы им всем. Ёк-ломане, босс, ребята, босс явился. Давай, родные мои, станем. Застанили. Босса-то будем бомбить сегодня или нет? А где мой маленький этот? Есть, ребят, по-моему. Смотри-ка, он живучий какой, маленький, а живучий клоп. Слушай, ну нормуль, я вам скажу. Блин, я... Знаете, что я хочу? Я хочу зайти сюда. И, может быть, вот, смотрите, мы можем с вами бомбера даже приобрести. Ну-ка, дай-ка. И катапульту сразу же заодно. Слушай, а теперь, наверное, да, мне придется посмотреть 30 реклам для того, чтобы их улучшить. Ведь так? Они обычно любят это делать. Так, подожди секунду. Откроем мы с вами ящики. Так, и что же нам выпадет? Ух ты, копье, ребята. Копишка у нас еще с вами не было. Так, а здесь... Ага, ну вот это вот у нас было. Их, интересно, можно скрещивать или нет? Как вы думаете? А, можно идентификацию сделать. Так. Атака по монстрам, да, какая-то у нас идет. Слушай, он какой-то немножко по-другому, по-моему, выглядит, чем... Подожди-ка. А, нет, так же. Я уж думал, что-то другое. Слушай, и копье. А копье дает 7 урона по миньонам. Хм, заманчиво, конечно. Так, что у нас тут? Улучшаем. Так, здесь, вот здесь можно улучшить, ребята, тоже. Так, эти мы объединяем. Эти объединяем. И вот так вот. Отлично, я могу сказать вам одно, ребята. Так, и все, по-моему, нет, не все. Вот здесь вот еще. Так, ладушки, все отлично у нас. Теперь нам нужно с вами посмотреть юнитов. Где они у меня? Обычные, вот. Нет, не то, ребят. Мне нужны обычные мои войска. Покажите мне, пожалуйста, их, а? Не надо выкаблучиваться. Где они? Так, вот они, ребята. Можно пок... А почему я не могу сюда их поставить, а? На поле боя. Ребят, почему я их не могу в данный момент влепить на поле боя? Они мне нужны. Зачем они... Или тут на выбор? А, ёкаламане, вот еще как можно... Понял. А бомберы вон они где, ребята, сидят. Наверху, на башне. А катапульта? Ох, красота-то какая. Слушай, ребята, я очень-очень этому рад. Серьезно вам говорю. Катапульты прокачали. Бомберов тоже сейчас прокачаем. И попробуем с вами еще одну волну. 31-ю. Вау. Так, тут уже летуны. Тут уже, ребят, какие-то дракончики у нас появляются. Так, мы расколбашиваем их. Вообще просто не подпускаем. Башня мне вот нравится ветряная, которая просто их отталкивает. Слушай, по-моему, вообще изи катка. Вообще, ребята, изейше все получилось. Я очень и очень доволен. Серьезно вам говорю. Так, давайте зайдем, наверное, вот сюда вот и посмотрим, что-нибудь могу еще построить. Так, уровень второй башни нам нужен, да? Но у меня не хватает всего абсолютно. Ладно, ребятулечки, давайте мы с вами на этом, наверное, будем закругляться. В следующей серии обязательно продолжим, улучшим с вами башню, да? И будем дальше продолжать приобретать новые постройки, а там уже и юниты, и все тому подобное. Смотрите, ух, скопом, как они насобирали там здесь. Так, за 40 тысяч я могу 5 уровень, да, поднять. Соответственно, ага, вот неизвестно только, будет ли нам... Плюс один, ну то есть 5 работяг. Или же нет? Да, по идее должно быть, ребята. И скорее всего пятая прокачка это будет максимальная.
Ну что же, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Flying over streets and our broken hearts, but they can't even touch us. We found a different beat. Paradise is waiting in